Привет, друзья! Вы на канале «Вкусные рецепты от Аллы». Сегодня будем готовить стружковую фасоль с капустой. Поделюсь с вами очень вкусным и простым рецептом. Для этого блюда нам нужно стружковую фасоль. Здесь у меня 250 граммов в замороженном виде. Я сама заморозила, но фасоль можно купить круглый год, есть и в супермаркетах, и в магазинах. 1,5 столовой ложки томатная паста нам нужна. 1 средний морковь, я уже заранее нарезала соломками. 600 граммов капусты нам нужно. Здесь у меня 1 крупный зубчик чеснока. Свежий зелень, у меня кинза и укропчик, можно взять по вкусу. И здесь у меня 1 крупный головка луковица. А дальше какие пряности я буду добавлять, все я вам покажу. Начинаем уже готовить. Сначала обжариваем лук на растительном и сливочном масле. Наливаем где-то 3-4 столовые ложки растительное масло и отправляем сюда кусочек сливочное. Кто не любит сливочное масло, можно и не добавлять. Ну, всегда вкусно получается вместе. И отправляем сюда лук. Лук будем слегка обжаривать. Капусту я нарезала соломками. Теперь будем чуть-чуть посолить. Нам нужно, чтобы капуста спустила сок, друзья. Вот так перемешиваем и в сторону. Пока будем подготовить овощи, обжариваем. Капуста в это время будет пускать сок. Чуть-чуть и все. Слегка обжарила. Теперь отправляем сюда морковь. Будем вместе обжаривать чуть-чуть. Буквально 2 минутки. Вместе обжарила 2 минуты морковь с луком. Теперь сюда отправляем томатную пасту. Можно добавлять свежий помидор, друзья. 1 чайную ложку добавляем паприку, сухой базилик будем добавлять, тоже 1 чайную ложку, и черный перец. Перец добавляйте по вкусу. Сухие пряности тоже можно добавлять по вкусу, друзья. Пока все это хорошо перемешиваем. После того, когда хорошо перемешиваем, добавляем сюда 200 мл воды. Холодной воды я добавляю, друзья. Закрываем крышку и ждем, пока вода кипит. А потом скажу, что будем делать дальше. Вода уже начала кипеть. Добавляем стружковую фасоль. Разморозить не надо, друзья. Я после того, когда показала, отправляла в морозилку опять. Надо сразу кипяток. Кто новый на моем канале, хочу сказать, у меня есть очень вкусных рецептов из стружковой фасоли. Я даже в одном видео показала 2 вкуснейших рецепта. Кто любит, кому интересно, я ссылочку ставлю под видео. Также у меня есть вкусные салаты из стружковой фасоли. Тоже ссылочку я ставлю под видео. Забыла добавлять, друзья, еще хмель сунели. Здесь у меня пол чайную ложку осталось. Я все добавляю. Для аромата очень вкусно получается. Закрываем крышку и буду варить 10 минут, друзья. А потом покажу, что будем делать дальше. Тушила горох 10 минут. И за это время я несколько раз перемешала. Проверила, горох уже готов у меня.
Друзья, вы тоже всегда проверяйте до готовности фасоля. Теперь сюда отправляем капусту. Вот посмотрите, капуста какая уже сочная стала. Недавно я готовила очень вот вкусное блюдо из капусты, друзья. Кто не видела, кто новый на моем канале. Как можем делать, сынок? Заставку можем ставить в конце видео? Да, конечно. Видео? Друзья, досмотрите это видео до конца, и там будет это видео. Так легче, да? Кто не может найти ссылочку. Да. И все это перемешиваем. Будем продолжать вместе готовить еще 5 минут. Ну, капуста готовится очень быстро. Поэтому заранее я посолила. Спустила сок и стала мягче капуста. Опять закрываем крышку и будем тушить на среднем огне где-то 5 минут. Тушила где-то 5 минут еще, друзья, вместе горох и вот этот, капуста. Мамочка, не горох, а фасоль. Ой, извините, друзья, это точно. Что-то я перепутала. Да, я заметил, что ты уже второй раз говоришь. Да? Просто серьезно? Извините, фасоль, да. Все. Теперь в самом конце добавляем чеснок. В самом конце добавляйте, друзья. Так вкуснее. Чесночный аромат свежий. И зелень. Зелень можно добавлять замороженный. Мое блюдо уже готово, друзья. Какой запах, какой запах. Скажи. Да, очень вкусно. Перемешиваем последний разочек. Именно свежий вот чеснок и зелень, когда добавляем в конце, очень вкусно пахнет, друзья. И мой вкусный блюдо готов. Все, выключаем плиту. Друзья, сегодня вместе с вами готовили простое и вкусное овощное блюдо с фасолью и капустой. Посмотрите, как аппетитно выглядит. Еще сверху я добавляю зелень. Блюдо божественное, друзья. Обязательно попробуйте, а потом пишите ваши отзывы. Очень вкусное блюдо. И простое. Друзья, огромное спасибо за поздравления, за добрые и теплые пожелания. Нам очень приятно. Кому понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь со мной всегда будет вкусно. Всем пока-пока, до новых вкусных роликов. Всем пока.